Здорово! Вы на канале «Просто посылка из Китая». Меня зовут Игорь. Будем с вами сегодня открывать две посылочки с сайта AliExpress. В одной у нас точилка бюджетная, во второй у нас весы. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы какими-нибудь точилками для ножей. Мне будет интересно. Ну что ж, я первый раз буду ей пользоваться. Проверим, действительно ли она классная. У меня есть тупой нож, есть хлеб и есть точилка. Поехали! Всем привет, меня зовут Игорь, вы на канале «Просто посылка из Китая». Будем открывать две посылочки с сайта AliExpress. Кто не в теме, сегодня и завтра начинается грандиозная распродажа в честь 6-летия и день рождения AliExpress празднует, поэтому ссылки будут на эти товары в описании, будут они стоить дешевле, как, впрочем, и другие товары. Их заявлено будет больше 1 000 000 со скидками. Так что, если вы собирались что-то купить на AliExpress, самое время делать это завтра, послезавтра и по 1 апреля. Ну и другие купоны будут, об этом я рассказывал, в видео будет ссылочка в описании. Ну что ж, открываем эти посылки. Здесь у нас находится бюджетная точилка для ножей и всем известные популярные самые весы сайта AliExpress. Открываем первую посылку. Это у нас весы, оценены они в $4.78, весят 0,177 грамм. Открываем этот пакет, упакован очень хорошо, по ощупам я уже увидел, вот так все запаковано и в пупырку, и в пакет, и еще один пакет. Продавец хорошо позаботился о своем товаре, видимо, уже неоднократно получал от покупателей то, что пакуй хорошо. Есть инструкция небольшая, какие сюда нужны батареечки и все прочее. Ну, я думаю, это не столь важно. На кухне атрибут такой у хозяек должен быть, если вы готовите. Да и в принципе, если что-то хотите взвешивать, я думаю, такой аксессуарчик не помешает. На вид интересные, прикольные, белые, блестящие, глянцевые. И с таким вот дисплейчиком, и всего у нас здесь есть две кнопочки. От 1 грамма до 5 килограмм, называется моделька WH-B05. Давайте поставлю батареечку и попробуем что-нибудь взвесить на них. Для питания нам нужны две мизинчиковые батарейки. Вставил, кстати, резиночки вот здесь на ножках 5 штук. Аж 1, 2, 3, 4, 5. То есть они скользить не будут, стоят прочно, очень удобно. Загорается индикация 0 грамм. Давайте покажу батарейку дюраселовскую, поставим сюда на весы и посмотрим. 24 грамма получается она весит. Здесь на посылке заявлен вес 100 грамм на второй, на нашей. Получается вес 83 грамма. Ну, я думаю, что просто писали 100 для того, чтобы сократить. Вот давайте взвесим. Еще беруши заказывал с сайта AliExpress. Они вообще легенькие очень. 10 грамм показывают. И вот есть у меня крупа гречневая, здесь написано 1000 грамм, пакет запакованный, и взвесим его. Ну, получается 992 грамма. 8 грамм не хватает, но я не думаю, что это весы врут, я думаю, что производители не доложили 8 грамм, они это на упаковках не пишут, плюс-минус 15 грамм. Вот так, ну, в большую сторону я сомневаюсь, что они это добавляли. Вот такие вот дела. Ну и флешка вот еще есть блестящая, 30 грамм, тяжеленькая такая. Есть еще маленькие бусинки, вот такие, но они уже ничего не показывают, я думаю, они меньше грамма даже весят. Ну что ж, давайте открывать вторую посылку. Весы неплохие, здесь у нас всего две кнопки, это кнопка выключения и выбор, в чем мы будем взвешивать. Ну, более детально, если хотите, переходите, пишите комментарии, что-нибудь вам еще по ним расскажу. Давайте открывать вторую посылку. Здесь у нас находится точилка для ножей. Она стоит недорого. И по отзывам, по комментариям, просто всех шокирует. И просто все очень довольны этой точилкой. У продавца больше 2 или 3 тысячи заказов на нее. И все положительные отзывы. Ссылочку оставлю в описании. Переходите, как всегда, смотрите. Оставлю даже несколько. Так, ну, выглядит она очень неплохо. Прорезиненные ножки, красная, есть различные цвета. Тоже можете выбирать всего продавца. И два прореза у нас здесь есть. Стоит очень прочно, не шатается. Сейчас возьму нож и попробуем с вами его подточить. Он очень тупой, как вы видели уже из начала ролика.
Ну что ж, как вы видели с начала видео, я вот этим вот ножом, вот я не знаю, откуда он у меня на кухне, но он очень тупой. Вот этот кусочек хлеба я пытался им разрезать, ничего не получается, ну вот очень тупой, смотрите. Просто даже если со всей силы давить, он никак не хочет с ним справляться. Ну сейчас попробую вот этой вот точилкой сделать вещи с этим ножом. Сначала вот здесь вот пройдусь, как было указано, что нужно на себя вот так вот вести. И тогда он будет затачиваться. Ну, сейчас попробую несколько минуток вот так вот поточить, ну, в течение минуты. А потом возьму кусочек хлеба и уже с вами посмотрим дальше, как это все будет выглядеть. Сейчас поточу и вернусь к вам. Ну вот, прошелся около 2 минут. Появились вот стружки там с ножа. По тактильным ощущениям и по виду он намного стал острее, как по мне. Вот, не знаю, видно вам или нет, но должно быть немного видно. Сейчас уберу вот эту и покажу само лезвие. Ну, смотрите, как получилось. Я не сильно так старался, конечно, но, честно сказать, сейчас он намного, мне кажется, острее стал. И я вот попробовал даже просто разрезать бумагу, и он очень хорошо стал резать. Вот, смотрите, стал разрезать прям даже как профессиональный какой-то нож. Не знаю, насколько заточки это их хватит, но режет очень хорошо сейчас. Просто отрезает и рвет, не рвет бумагу, а режет неплохо. Ну да ладно, давайте попробуем хлеб теперь отрезать этот сумасшедший. Он резиновый, этот хлеб такой. Ну, уже пошел и уже давить не так уж сильно и надо. Нормально отрезает, точилка, честно говоря, я доволен и удивлен, что это все так просто. Ну, 2 минуты, и вот нож стал очень крутой. Даже бумагу вот так вот отлично режет. Можно еще вот этой вот файн заточка здесь, это более мелкая, постараться еще заточить. Ну, я не профессионал и ножи не точил никогда. У меня есть нож-пилка, есть керамические ножи. Но у тех, у кого есть вот такие вот ножи и старые там какие-то, которые вы хотите реанимировать, вот эта вещь однозначно вас спасет. Очень удобная, очень классная, и пользоваться ей можно. После того, как вы заточили нож, конечно, перед тем, как будете резать продукты, то его хорошенько помойте. Ну что ж, просто по ссылке из Китая, канал, с вами был Игорь, у нас были сегодня весы и вот такая вот точилка для ножей. Давайте покажу, сколько она весит, раз уж поставил. 69 грамм весит вот эта точилка. Продолжаем с вами открывать интересные вещи с сайтов AliExpress и других китайских интернет-магазинов. Следите за моим каналом, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я всегда с вами на связи, помогу и подскажу, что делать и как. Всем пока, удачи!